Да, Марчик так любит спать. Давай, давай, уткни носик, спи. Я ничего не имею против. Давай, уткни носик. Это я тебя снимаю для мальчика, который мне вчера написал, что у него была такая собачка, и она ушла из жизни 2 года назад. И мальчику-то всего 8,5 лет. Но он так грамотно и так мудро все мне описал. Вот и свое душевное состояние, и мое. Я вообще в шоке. Так может разговаривать только Бог через ангела. Спасибо тебе, дорогой. Я тебе желаю счастья. Вот, и чтобы у тебя все было в жизни хорошо. И живешь ты ведь на другом краю земли. А я даже от взрослых людей не слышала никогда такого. Никто мне никогда не говорил и не писал, как написал ты. Вот, Марчик, снимаю я для тебя. Ну и другие, конечно, посмотрят. Вот он покушал и спит теперь. Он вздохнул.